С одной стороны, получается, что мы на самом высоком уровне принимаем меры по созданию общего рынка, а с другой – государство. И мы этим страдаем. И Россия, реагируя на мировые вызовы, зачастую защищают только свои интересы национальные. Но нам-то, Беларуси и России, друг друга бояться нечего. Мы вообще-то взаимодополняющие по многим-многим позициям, если не по всем. И надо этим воспользоваться, в том числе о том, о чем говорил президент России. Это правильный упрек, надо сказать, нашим аграриям. Ну давайте воспользуемся действительно этим фактом, даже он раскрою небольшой секрет, в закрытом заседании таком, непубличном, сказал, давайте мы профинансируем эти сады в Беларуси, если есть возможность, пусть лучше ваши аграрии производят там яблоки и прочее, плод до бананов, неважно, и продают в России. Я поддерживаю эту позицию президента. Абсолютно правильный подход в этом плане.